Чао, рагаци, hope you're doing well. Сегодня, я надеюсь, в таком динамичном, у меня такая задача уложиться прямо быстренько, не знаю, в 20 минут. Такая вот у меня задача, не из легких. Мы с вами динамично, весело и с огоньком погрузимся в мир парфюмерии. Продолжим погружение в мир парфюмерии Christian Dior. Речь пойдет о еще 5 ароматах из линейки Maison Christian Dior. У нас сегодня будут уже такой стандартный для этой серии виде реквизит. Это буклет об этой линейке Maison Dior. Здесь есть такие маленькие отрывочки от самого автора, от Франсуа Дюмаши, как он видит какие-то ароматы, что он там закладывал. Это интересно прочитать, совпадает ли его такой посыл с, например, моим восприятием или вашим, если вы пробовали ароматы. Наше блотерное дерево наготове. И сегодня у нас будет 5 ароматов. У нас сегодня предпоследняя серия на эту тему. 5 ароматов. Они у меня все в спрейном формате, что для меня оптимально, поскольку я могу полноценно оценить. Ну, полноценно оценить это надо носить неделями и неделями, но, по крайней мере, составить наиболее полное впечатление именно от спрейного нанесения. Итак, давайте же начнем. Сегодня у нас будет подборочка из цветочных ароматов, таких достаточно классичных, достаточно универсальных. Если вы ищете себе что-то такое новенькое, цветочное, вас не смущает ценовая политика и огромные объемы, или если вы, если вам присматриваете какой-нибудь представительский подарок, такая необходимость тоже иногда бывает, подарите именно дорогой парфюм, но хочется чего-то, да, такого универсального и с таким узнаваемым именем, да, это важно. То есть Chanel Dior в этом смысле беспроигрышный вариант, потому что не все разбираются в этих тонкостях нишевой парфюмерии, а здесь берешь в руки, маешь вещь. То вот эти ароматы можно рассмотреть, потому что это такие, на мой взгляд, классические женственные цветочные ароматы, без перебора в винтажность и не слишком такие молекулярные и авангардные. Итак, первый аромат у нас будет Dior Amour. Dior Amour – это аромат цветочный, ирисово-жасминного мускусный. Давайте посмотрим, что про него говорит сам автор. Вот есть он у нас здесь, в этой книжечке. При этом он у нас, что интересно, находится в категории чувственных ароматов. Итак, автор нам говорит, что... Так, этот аромат останется с вами как воспоминание, чувственное воспоминание, интимная эмоция. Как же это называется это прилично? Не отпечаток на подушке. Ну, вы поняли, след, в общем, след на подушке. Пудровая мягкость белых простыней. Так вот. Описывает, значит, здесь у нас чувственный ирис скомбинирован с намеком на почти анималистичный жасмин для того, чтобы воплотить образ страсти возлюбленных. Ну, в общем, вы поняли, да, вот это вот все. А теперь я расскажу, что я думаю по этому поводу. Вы знаете, ну, совсем у меня этот аромат не ассоциируется ни с чем страстным. Ну, здесь, да, может быть, такие ассоциации, что чистота, постель, ну, это вот как он сам написал, у меня бы таких ассоциаций не возникло. Это ирисовый аромат на таком чисто жасминовом, чисто в плане того, что это свежий жасмин, омытый дождем, я не вижу, не слышу на мне ничего даже близко анималистичного, и вот этих вот, знаете, потенциально индольных нот жасминовых я не слышу. Это такой звонкий, мускусный жасмин, и он будет у нас еще в других ароматах, то есть это, видимо, какое-то соединение, которое, в общем, Димашей любит использовать. Звонкий такой жасмин, пудровый ирис. И здесь мне мерещится, знаете, как будто, ну, не бывает такого, что будет у вас два цветка и вообще потом ничего в базе. Поэтому понятно, что, хотя никто эти ноты не описывает, какая-то база у этого аромата есть. И я носила его в массе. В массе он звучит и воспринимается немножечко по-другому, чем от точечного нанесения. Вот сейчас у меня с руки от точечного нанесения. Это такая достаточно сладкая ирисовая пудра с оттенком, и вот здесь мускус дает какую-то определенную кремовость. Она, знаете, даже немножечко, понимая, что многими это может восприняться как помадность. Вот, например, в том же аромате
что-то про помаду от Maison Margiela, многие слышат помаду. Для меня это аромат настолько ирисовый, и потом идет этил мальтон, но это уже другая история, но, в общем, понятно, что вот эти ирисовые ноты пудровые кем-то воспринимаются как помаду. У меня помада все-таки роза, мускус, больше вот так. То есть кто-то услышит здесь помадность, я слышу просто такую очень приятную косметическую ирисовую сладость. Но когда вы наносите в массе, по крайней мере так было со мной, там проступает очень такая интересная база, и эта база перекликается, знаете, такая вот база а-ля современный шипр. То есть если вы возьмете, как пример, вот эти чистые пачули, чистые в своем звучании, восприятии от Miss Dior. Тут у меня оговорочка, я имела в виду вот эту приятную современно-шипровую терпкость Coco Mademoiselle, хотя в Miss Dior тоже есть отголосок такой приятной шипровости, но когда я говорю Miss Dior, из великого множества версий я имею в виду самую первую классическую Miss Dior Cheri, несмотря на сладость, там была вот эта тоже шипрово-почулистая база, но здесь я имею в виду Coco Mademoiselle. Разбавите их в два раза и уберете яркую цветочность, то вот такая вот легкая такая индустриальная терпкость, я бы сказала, в нем присутствует. И за счет этого он, знаете, он такой на самом деле деловой, достаточно собранный. Я не слышу в нем какой-то неги особой. Да, он чистый, но он чистый в каком-то, знаете, в беловоротничковом смысле, что вы все собранные. То есть если вам нравится, например, именно настроенческое направление Coco Mademoiselle, то мне кажется, ну, если, конечно, он сядет на вас так же, как на меня вот сел, то мне кажется, что вот это такая как вариант более деликатный, с, естественно, более явными ирисами, нотами наверху, он может прийти ко двору. Мне кажется, он очень, еще раз, универсальный, легко применить в жизни. Я бы хотела видеть этот аромат в люксовой линейке Dior. Мне кажется, что если бы вот такой выпустили вместо Joy, то счастью моему не было бы предела. Это такой хороший, носибельный, красивый, классичный и одновременно современный люкс. Пудра, жасмин, мускус, современные чистые пачульки внизу. Замечательный аромат. Вот, это у нас Dior Amour. Ну вот, к сожалению, он в уберлюксовой линейке, очень дорог. На такую цену он, на мой взгляд, не тянет. Он классный, красивый, универсальный, но вот этого какого-то вау нету. Но если бы Dior выпустил такое в люксе, то это было бы просто великолепно. Так, следующий у нас аромат. О, Жасмин де Занж. Вот здесь как раз та же история с у нас вот естественным образом перетекает. История с вот как раз таким чистым, звонким, хрустальным практически жасмином. Здесь достаточно все просто. Здесь вот этот жасмин, чистый такой, звенящий такой морозный мускус. И ноты призваны изображать, ну, я чувствую османтус. То есть там, по-моему, перечислены всякие абрикосы. Но для меня это чисто жасминово-османтусовый, звенящий, хрустальный, прозрачный, слегка водянистый, но при этом яркий аромат, который может, в зависимости от того, как ваша кожа трактует османтус, может выдать вам, в принципе, больше персиков, где-то, ну, видимо, там, в зависимости от погоды, от раскрытия, может перейти чуть больше жасмина дать, но, опять же, это жасмин не индольный, не опасный, это просто вот куст жасмина после дождя, ближе к даже вот чубушнику, чем к вот этим всем индийским жасмином, очень свежо, очень универсально, он достаточно стойкий, достаточно, в нем есть такая приятная терпкость, которая его собирает вместе, одновременно и освежающий, и сочный, и сладковатый, очень неплох. У меня есть из любимцев османтусовых Шасенле, который в этой категории мой фаворит. Если брать жасмины похожей тематики, он идет чуть послаще, но у меня фаворит, как же он называется? В общем, жасмин от Тери де Гинсбург. Ну, поскольку у меня есть как бы конструктор этого аромата, то я с удовольствием сношу эту пробирочку, особенно, знаете, вот в такую весну до наступления жары. Вот, но
Опять же, вопрос стоимости. Не стоимости, а оправданности вот этого всего. Давайте посмотрим, если у нас что-нибудь говорит ли нам об этом. Да, говорит нам вот еще картиночки. Тут у нас. Что нам говорит Франсуа? Я особенно, в общем, особенное удовольствие испытываю от посещений цветочных полей Грасса ранней осенью, когда воздух по-прежнему наполнен цветочными и фруктовыми ароматами. Именно в это время собираются последние цветки жасмина, и аромат, который извлекается из них, подобен цветочному ликеру. Этот аромат – это посвящение позднему лету, ну, этому, наверное, бабьему лету. Жасмин де Занж – это цветочно-фруктовый аромат, цветочно-фруктовое приглашение. Ну, не знаю, куда приглашают, но неважно. С ароматами почти засахаренных абрикосов. Ну вот, кому засахаренные абрикосы, кому асмантус, который пахнет тоже абрикосами, но на мне не сахарными. Ну, тут тоже вопрос, кто как трактует сахарность. Хорош жасмин де Жанж для любителей жасмина, для любителей ноты асмантуса. Яркий, красивый. Кому-то, наверное, будет сладким, но мне, как любителю ванили, он не сладкий, а такой, скорее, сочный. Давайте посмотрим, что он сделал на блоттере, как он звучит. Явно асмантусовый. Даже, знаете, идет такая борьба прямо бобра со слом. Жасмин с асмантусом. Но здесь жасмин как поддерживающий. Практически так же. Здесь сделаем вывод, что на холодной коже жасмин побеждает, на горячей асмантус выходит в лидеры. Так, это был жасмин де Занж. Давайте, что у нас дальше? Дальше у нас идет New Look 1947. Сейчас я скажу вам, какие ноты у нас здесь заявлены. Где у нас 1947? Вот он. Значит, здесь у нас бензоин, жасмин, иланг, ваниль, тубероза, гордения и роза. Франсуа делает особый акцент на розе, жасмине, и туберозе. Это очень интересно, потому что на мне этот аромат совершенно откровенно иланговый. И иланговым он остается на всем протяжении. И вот здесь, прям ведущий иланг. Прям вы его... вообще невозможно спутать. Я возьму блоттер, может быть, на блоттере нам что-нибудь другое покажут. И что самое интересное у меня с этим... иланг. Возможно, тубероза здесь... я уже пытаюсь притянуть за уши. Я бы не узнала бы здесь туберозу. Наверное, нет. Я бы узнала общую какую-то кремовость белоцветочную. Знаете, когда белые цветы дают именно ощущение кремовости. Сверху иланг. И несмотря на то, что... никакой отдельно розы и жасмина я не чувствую. И несмотря на то, что, опять же, не заявлено здесь, ничего не говорится про базу, но для меня здесь на коже из блоттера есть совершенно явная древесная, вероятно, сандаловая база, и ассоциация, которая у меня есть с этим ароматом, это он напоминает мне самсару. Он не является там 100% или 80% клоном, но если вы уберете из самсары ее такую неоднозначность, ее некую такую металлическую ноту и гипернасыщенность, то вот эти вот составляющие конструктора, именно сандалы самсары и иланг из самсары, умягченные всякими кремами, осовремененные и так далее, это то, что для меня вот этот New Look. Да, аромат, на мой взгляд, соответствует названию, если его соотносить с образом. Он абсолютно 100% женственный, он сладко-ярко-кремовый, но все-таки, мне кажется, здесь никак не убежишь от того, что он сандаловый. Почему об этом не говорится, мне не важно. В общем, резюмирую. Яркий, женственный, действительно, как пышная юбка, кремовый иланг на сандаловой подложке. Если вы являетесь поклонником либо иланга, либо, например, вам нравится самсара, но
не уверены, как ее там носить сейчас, там, как она будет смотреться, или хочется такого же, но помягче, вот Samsara Light, это могло бы быть это. Это мог бы быть не лук. Вот, так что вот такой сладкий, терпковатый, очень действительно пышный аромат. И он сладкий, стойкий и шлифит, будь здоров. Такой прямо праздничный. Вот ему бы я и подошло бы Grand Ball тоже. Название. Вот, это был не лук. Для меня это кремовый ланг на сандаловой подложке. Так, дальше у нас осталось совсем немножечко, совсем чуть-чуть. Вот, аромат Lucky. Я совершенно не согласна с названием, потому что, мне кажется, это не стильное название. Мне кажется, дико извиняюсь. Что нам говорит автор? Кристиан Диор был очень, как называется, суеверен. Он зашивал стебелек ландыша в свои платья на удачу. Интересно, свои-свои или свои на продажу. Ну ладно. Я хотела, чтобы этот парфюм как бы символизировал вот этот спрятанный стебелек ландыша, зашитый в метре и метр шикарного шелка, смешанный с ароматом белых цветов и общим ощущением свежести. Аромат его любимого цветка со временем проявляет себя в этом аромате. Аромат Lucky – это как талисман на счастье, на удачу. И рекомендую носить этот парфюм каждый раз, когда бы вы скрещивали пальчики, то есть когда вам, в общем, нужна, особенно нужна удача. Какая хорошая легенда продавать парфюм Lucky. В принципе, как подарок, не глядя кому-то на удачу, ну почему нет? Здесь действительно все достаточно прямолинейно. Это, на мой взгляд, еще раз, это ландышево-жасминовый аромат с такими мускусными, свежемускусными, но не порошковыми абсолютно нотами. И здесь идет такая интересная борьба между жасмином и ландышем. И, знаете, в какой-то момент они образуют коалицию, и у вас получается кусочек, фрагмент аромата Диориссимо. Ну, конечно же, когда мы говорим о ландышах Диор, не упомянуть Диориссимо невозможно. Но Диориссимо все-таки он, я говорю о более старых версиях, я не знаю, что с ним сделали сейчас, насколько он там резкий, не резкий. Старые версии, они мягкие, цветочные, с огромным количеством цветов в букете, но с лидирующим ландышем. Ну, так, по крайней мере, слышу это я. Хотя там есть и сирень, есть и жасмин, и чего только нет. То есть вот это фрагмент классического Диориссимо здесь есть. Простой к пониманию, проще к пониманию, чем классическая версия Диориссимо сейчас, современный, действительно, на удачу, почему нет, слегка простоват. У него очень интересный момент такой происходит в начале, когда его только пшикаешь, появляется какая-то странная фруктовая нота, и я сначала так напряглась, потому что аналогичная фруктовая нота, только в гораздо более такой, в большей концентрации, есть в аромате от Hermesans, который меня разочаровал. У меня два аромата от Hermesans прямо разбили мне сердце. Это ваниль Галант, по-моему, так называется, и вот этот фарфоровый ландыш. Я их ждала вообще как не знаю что, и они мне не подошли из-за характерной ноты, такая, знаете, как нота какой-то переспелой дыни, что ли, и... Ну, в общем, не моя нота. Здесь вот есть отголосок этой ноты, как будто какая-то странная фруктовость, но потом она растворяется, и остается свежий жасмин, свежий ландыш. Они, в общем, борются-борются, то один, то другой, потом образуют коалицию, и у вас получается фрагмент Диориссимо. Да. Вот такой аромат. Я думаю, что подсток к восприятию, как аромат весенних цветов, аромат, в первую очередь, ландышевый, имеет место быть, но... Для меня, как для поклонника классического Диориссимо и владельца нескольких флаконов, он его особого, в общем, особой ценности он не представляет. И у меня есть свои ароматы на удачу, поэтому, не знаю, ну, по весне его можно использовать. Он милый, милый, симпатичный, но ничего особенного. И последний парфюм нашей сегодняшней подборки, про него мне как-то сложнее... Сложнее виделись какие-то характерные моменты, потому что он, знаете, как это Алена Игоревна. Внешность у вас типическая. Где он у нас? Здесь жасмин у нас. Здесь New Look. Здесь
Теорисима? Нет, Диорамур, Диорамур. А вот здесь вот он. И он мне похож на гриб. Ну, в общем, давайте же приступим. Souffle de soie. Это как дыхание шелка. Шелком у нас должен ассоциироваться парфюм. Значит, Франсуа говорит нам, что у меня этот парфюм ассоциируется с роскошными яркими цветами на шелковом шарфе. Как деликатный бриз, букет жасмина и розы и туберозы доставляет вам чувственное послание, как шепот на вашей коже, как, боже ты мой, какой же он проказник, как поцелуй, значит, в шейку. Причем важно, что вот, вот сюда. Я так правильно, если я правильно поняла, я тебя посмотрю, правильно? Правильно я поняла, куда, куда надо целовать, а то мы, может, это, может быть, мы... Ой, нет, вот сюда, на основании. Сзади, значит, сзади ваш шик, тут целует. Я думала, вот сюда, а вот сюда. Вот, это важно, это меняет дело. В общем, вот такой вот аромат. Здесь у нас что? Да, жасмин, тубероза. Но на базе, про которую почему-то вот Франсуа игнорирует вообще базы, он любит говорить про, про это, про верха. На почулево такой, почулево, где ты, скажи мне, вот ты, да. Сложно мне его разобрать, знаете, в общем и целом сладкая белоцветочность, которая при этом со временем пудрится, сидит на, вот здесь с блотера совсем сладко, потому что аромат не расходится, а кожа его разгоняет, и у вас появляется такая вот как раз современно-шипровая база с я их буду называть мисс Диор. Хотела сказать. Мисс Диор, они, кстати, тоже были, но просто очень много приправлено сладким, вот эти пачули. А я имею в виду, как у мадемуазель. Вот если возьмете одну капельку как у мадемуазельных пачулек, то вот, вот такая вот приблизительно база. Она похожа на гри от Диор. Про гри мы поговорим в последнем, в следующем видео. И там, в общем-то, история розово-пачульная, но, знаете, розово-пачульный спектр, он от Нуар де Нуар и этих портретов леди до вот гри, это гораздо более такая тихая шепотом история, но достаточно такая... нежно-терпкая вот эта история про современный шипр. В общем, здесь для меня вот это вот гри от Диор, который себя представляет такую розово-пачульную, почти электрическую такую терпкость, припорошенный сладкими белыми цветами, которые со временем пудрятся. Он, безусловно, симпатичный, для меня несколько безликий, именно потому что, ну, для меня, к сожалению, и гри. Вот я долго его откладывала, я знаю, что его многие любят, но он для меня какой-то слегка неуловимый в плане, знаете, формирования образа какого-то в голове. Вот, пожалуй, вот этот Souffle de soie, ну, это моменты восприятия, он самый для меня какой-то вот такой размыто-современный, белоцветочный на современной шипровой основе. Все. Все, закончили мы сегодня о наших цветочных. Итак, пройдемся перед трибунами. Коротенечко, минут на 40. Dior Amour — это у нас ирисово-жасминовый аромат с современной шипровой базой. Не пугайтесь шипров, это всего лишь такие чистенькие деловые пачульки. Дальше у нас идет... Кто у нас идет дальше? Дальше у нас идет, давайте, Jasmin des Anges. Это... жасмин свежий, омытый дождем, безусловно, с мускусом для такой прохлады. И, господи, османтус. Поэтому на ком-то будет более прохладная османтусовая тема, на ком-то будут более теплые такие абрикосы. Все это обязательно с жасмином. Очень сочно, весело, кисло-сладко и замечательно. Дальше у нас идет New Look. Это в моем восприятии в первую очередь иланг, кремовый из белых цветов на сандаловой базе. Любителям самсары, но, конечно, это все в 10 раз тише.
в плане мощи. Лаки, жасмин и ландыш. Ландыш на жасмине, они то борются, то сливаются в экстазе. Но в общем и целом свежий весенний аромат с основным ландышем. И суфль де суа, это такая белоцветочная кремовая пудровость на такой слегка терпковатой, пачулисто-розовой базе. Все очень носибельно, все достаточно стойко, все слишком дорого. Но я рада, что я с ними познакомилась, и я их, безусловно, буду носить. Пожалуй, наверное, вот Суфль де Суа нет, потому что он как-то, ну, не обладает для меня какой-то каким-то своим явно выраженным характером. А вот эти я обязательно по весне сношу, и, в общем, они универсальные, симпатичные. Ну, вы сами уже смотрите, если получится познакомиться, почему бы нет. А если не получится, то тоже ничего страшного, в принципе. Это было все на сегодня. Надеюсь, вам было интересно. See you soon. Bye.